Ребята, привет! Боже, как я этого ждала! Как мне хотелось уже дождика, прохлады, наконец-то! Ура, ура, ура! Хоть бы этот такой, знаете, пролил капитальный. Вот, бедные деревья хоть немножечко попьют. Так что вот такая вот у нас сегодня погодка. Просто класс, супер. А там, правда, вдали солнышко. Так что это такое ненадолго. А вот и я. Ну, вот и я пришла уже домой, ходила в больницу, ходила на перевязку. Сегодня ребята мне когда делали перевязку, я не только, наверное, Москву увидела и Париж, и все на свете. Я думала, у меня просто от боли повылазят глаза. Как они там чистили, они, оказывается, я думала, что они зашили мою рану, а они не зашили, они ее так вот, знаете, растянули, сделали такую тоненькую на уровне всего шва, этого как-то там зафиксировали, и чтобы могло выходить, и при том, что срастаться, и накладывают там, в общем, и тампоны всякие, там, и мази, ну, короче, это такая боль, ребята, это просто трэш, это трэш, блин. Вот, я говорю, я завтра туда не пойду, и живодеры, блин. Вот, пришла домой, как всегда, все кипит, все варится, все жарится. А вот уже и солнышко выходит. Недолго, не успела даже с вами порадоваться, постоять на воздухе, как уже солнце. Вот. Так что бабушка уже наварила тыквенной каши, суп с фрикадельками, перца мне потушила. Я уже не могу, уже не хочется переел этих салат. Как только вот это каждый день завтрак, обед, ужин, салат с огурцами и с помидорами, с огурцами, с помидорами. Говорю, потуши мне просто так с чесночком, просто красный болгарский перец. В общем, короче, красота. Ушел, пришел, все кипит, все пахнет, все цветет. Ой, вот так вот. Так что сейчас лежу, набираю сил, потому что я так была успокоилась, так хорошо. А теперь опять. Но все равно погодка радует. Красота. Красота. Смотрю, люди там уже все этот снимают, показывают, потому что уже ходят в кофтах, в свитерках уже. А тут еще первый день, что так, знаете, приятно. Единственное, что так, надо уходить, потому что сейчас меня будете опять ругать, что это, что шум. Вот. Единственное, что не знаю, если будет, конечно, дождь, то не пойдем, придется отложить. Но сегодня чего-то хотела. Может быть, это я, конечно, загнула, но потихонечку думаю, что дошла бы. Чего-то захотелось мне пойти в Киаби и там посмотреть, там какие, ну, маме джинсы хотела прикупить, ну, такую, ну, с высокой посадкой. В общем, немножечко хотелось мне ей стиль поменять. Вот, потому что никак не могу ее перевести на более такую. Хотелось там такие симпатичные. Я видела на сайте, не знаю, конечно, какие они по качеству, но, в общем, хотелось пойти посмотреть такую жилеточку, баллон, знаете, ну, в общем, немножко бабулиту сделать такую помаднявей. Вот. Ну, не знаю. Если дождь сильный не пустится, значит, прогуляемся. Если пустится, хотя я не знаю. Нам еще, у меня еще у Данила даже не купленные книжки. Так что сегодня хотела, надо было и туда, и туда. Надо было пойти книги заказать. У нас, кстати, в Испании мы в школе покупаем книги. Ну, государственные, в государственных школах где-то там выдают, где-то не выдают. В общем, не везде. Ну, в основном, но
А в получастных и в частных школах книги не выдают. Книги надо покупать самим. Вот. То в том году нам, в позапрошлом, повезло. Мы смогли приобрести бушки. Ну, то есть купили. А в этом году все гоняются и не могут купить книги, потому что школа, видно, уже раскусила, чтобы на этом подзаработать. Вот. Многие книги поменяли. Получается, те дети, которые учились в прошлом году во втором эссе, да, то есть в этом году их книги нам уже не подходят, и мы не можем купить. Вот. А знаете, почему они сделали так? Мне кажется, они сделали это так, потому что они ввели в этом году, то есть планшеты. Вот. Электронные книги, то есть они, значит, покупаешь у них эти книги, и если ты, допустим, планшет с книгами, значит, стоит 450 евро вот, на год. Ты берешь, пользуешься, планшет ты, естественно, должен в конце года отдать. Вот. И это планшет Яблоко. Вот. И получается, из-за этого, чтобы, наверное, больше людей стали брать эти планшеты, они вот такую вот вычудили. Вот. Значит, стоит 450 евро, да? Ну и посмотрим, я не знаю, сейчас посмотрю, надо будет пойти в этот в магазин и посмотреть, в какую цену в этом году будут книги. И сравнить, что к чему, потому что не думаю, конечно, что намного будут дешевле все, потому что мы когда только даже приехали, вот это тогда он еще ходил в примарию, гораздо меньше, да, и то я тогда, мне уже обходились там 280-320 евро книги. Вот. А получается, книги, чем старше курс, тем дороже, ну, во-первых, предметов больше, и то и дороже выходит. Так что думаю, что книги дешевле, чем 450 евро, не будет. Вот. То хочу, чтобы в магазине посчитали, сколько будет, ну, полностью пакет этих книг стоить. Если будет такая же самая цена, то, как говорится, шкурка вычинки не стоит. Проще тогда будет и действительно проплатить за 450 евро ему этот планшет с электронными книгами. И удобно тем, что не надо, как говорится, спину себе срывать, обрывать. И тем не менее, что это... Ну, никакой головной боли и никакой экономии. Ну, конечно, если это будет экономнее, там, допустим, даже хотя бы там 50-100 евро, ну, я не думаю, конечно, что это будет 100 евро, то, конечно, все равно приобрету ему вот эти книги. Вот такие вот, в общем, дела. Все, отчиталась, рассказала вам. Мне спрашивают, почему ты трогаешь, ребята, потому что когда начинают потихонечку отрастать волосы, вот прикоснулась, все, и начинает колоться. То мне Макс там неделька, все, и он мне подбривал, потому что вроде бы и волос нет, но тем не менее, вот эти вот как колючки. Сейчас, когда заворачиваю платок, он такой, знаете, как ежик, он на колючке упал на голову, и все, он не шевелится ни туда, ни назад, потому что он то вбился. Вот. И все. Ой, классно. Теперь лежу. Такой ветерочек, прохлада. Вот. Может, хоть фактуры будут приходить вместе, меньше за свет, потому что вчера проплатила за свет. Ну, еще даже, я хочу сказать, и недорого. У нас поменяли вот эти вот тарифы, и я, конечно, переживала, что будет гораздо все дороже, и плюс того, что мне сейчас все время плохо, и у меня все время практически работает кондиционер. Я сейчас, вот если пошли приливы, все, я тут же включила, и он работает до последнего.
вот до последнего, сколько мне хочется, столько он и работает. Когда мне взбрело в голову, так столько он и работает. Практически ночью я вообще никогда кондиционер не выключаю. То пришла фактура 133 евро. Вот, мы заплатили, получается, за август месяц. Ну, это круто. Это круто, потому что обычно в том году, даже вот взять то лето, мы вот июль, август, мы меньше 200 евро в месяц за свет не платили. Вот. Так что, короче, сейчас начнется, сейчас как раз вот время, вчера за свет заплатила, сейчас уже на днях придет страховка медицинская, сейчас уже вот сентябрь заканчивается, школу Данилу, короче, сейчас такой, знаете, начнется вынь да положь. Вот, вот так вот, ребят, ну ничего, для того и живем, чтобы зарабатывать, тратить и кайфовать. Пришли девочки в Киаби, даже нечего вам показать, потому что вообще ничего нет для нас, красавец. И я посмотрела на российских сайтах, уже куча было такого, то, что мне хотелось, а у нас еще нет в Испании. Ну ничего, подождем пару дней и опять придем, скорее всего, и у нас появится. Ничего, зато прогулялись. Я собой горжусь. Кто молодец? Я молодец. Потому что я прошлась без единой остановки. Пошли. Так вот, с дома хоть не выходил. Раз штаны не покупаю, значит, взяла себе три гранатины, ребята. Вот так вот буду сейчас бубочек себе наковыряю и буду поднимать свой гемоглобин. Так, пойдем посмотрю. Еще что там есть. А там что, то же трошки, да, и все? Да. Давай еще я возьму. А почем баны? Да я не знаю. А, евро 49. А что, ты еще хочешь капустину? Бабулита выбирает очередную капусточку. Это хочет вареники, ты хочешь, хотела, да? А что не то? Не знаю, вот это. Что, плохая? Одну возьму. Ну, смотри сама, я не знаю. Корона. А, Бали, здравствуйте. Хоть что-нибудь. Ну вот, решила себе взять фисташки. Обожаю их. Они сейчас по акции всегда стоили 3,47, а сейчас 2,99. Так что будем есть фисташки. Надо орехи. Вот, будем есть орехи. Снимать не разрешают, орут, так что выключаюсь. Так, беру себе клубничку. Клубничка полкилограмма, 2 евро 89 центов. Так, и пошла за творожком. Вышла, блин, за штанами. Все, мы уже закупились, взяла маски детям в школу, потому что каждый раз новую хотят: помидорки черри, мусорные пакеты, в общем, фисташки, клубнику, и химию взяла для кухни. Все, ребятушки, мы уже вышли с магазина и идем, немножечко сделаем променад небольшой, прогуляемся и будем идти домой. Как раз и бабулита моя прогуляется, и я похожу вместе с ней, тоже полезно. Погодка сегодня класс, знаете, так не жарко, вообще вот идешь, просто кайфуешь. После дождичка, свеженько и классно. Фух, вот я из-за вот этих ушей приходится все время свою эту шапку съерзывать, и оно потом нарушается, вся вот эта вот дребедень. Вот. Классно. Не разрешили, хотела вам поснимать цены, там то, что подошли, как начали. Но я знаю, что не разрешают.
втихаря иногда снимаю, но там хоть и музыка, конечно, орет. Но я просто не ожидала, что он этот зайдет со спины. Потому что просят для сравнения там цены, все, ассортимент. Но так не дали. Так, все, ребятушки, пошагала я, потому что немножечко попроходила. И сейчас, значит, буду начинать кашлять. Потому что когда немножко подустану, тогда забивается. Это начинаю кашлять. Все, я вас обнимаю. Как всегда. Всегда по нашему плану желаю вам всем крепкого здоровья. Спасибо, что вы у меня есть. Я вас всех очень-очень-очень. До встречи!